Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе. В студии Елена Макаренко. Здравствуйте. На этот раз начнем выпуск с новостей в сфере экономики. Стоимость бензина в России вырастет с 1 ноября. По прогнозам экспертов Департамента стратегических исследований, минимальная цена за литр топлива 92-й марки будет достигать 54 рублей, 95-й – 59. Для сравнения, средняя стоимость этого вида топлива сегодня в Алтайском крае – 54 рубля и 56 соответственно. Что касается дизельного топлива, то ожидается, что цена на него подскочит еще более существенно. Сейчас литр в крае стоит от 55 до 65 рублей, а в ноябре, полагают специалисты, ценник на дизтопливо установится в районе 66 рублей. При этом дополнительное подорожание в размере нескольких процентов может произойти из-за затрат на логистику перевозки топлива. Ставки по ипотеке на этой неделе выросли на 3 процентных пункта. По крайней мере, об этом объявил Сбер. Теперь взять у него заем на приобретение жилья в новостройке можно не меньше, чем под 24,9%, на покупку вторички под 24,6%. Эксперты в сфере недвижимости говорят, Сбер поднял ставки последним из банков в преддверии очередного повышения ключевой ставки Центробанка. А такое решение, скорее всего, будет принято. Специалисты отмечают, что доля ипотеки упала в России до минимальных значений. И, по сути, она уже практически не оказывает никакого влияния на рынок недвижимости. Ипотеку берут только те, кому прям жизненно необходимо, и прям какую-то небольшую сумму, понимая, что там завтра там продастся автомобиль или гараж, или там какая-то 13-я зарплата придет, и люди смогут спокойно полностью этот кредит закрыть. Поэтому сейчас говорить о том, что будет на рынке от того, что на 3% в среднем подняли ставку, да, вот еще не дождавшись решения ЦБ по ключевой, но уже понятно, да, какое оно будет, потому что все банки подняли ставки. И поэтому рынок сейчас приспосабливается к новым реалиям и жизни без ипотеки. Эксперт уточнил, квартиры, что называется, в бетоне, сейчас доступны лишь тем, кто служит на СВО или их родным. Правда, небольшое по габаритам жилье приобретают, особенно по осени, также фермеры, которые хотят вложить свои деньги от уборки урожая. Остальные, по сути, за наличку или используя материнский капитал, просто расширяются, продают меньшее по квадратам жилье и покупают большее. При этом стало известно, что бывшая руководительница жилфонда до того, как попала в СИЗО, совершенно не экономила. На неделе в подробностях о роскошной жизни семьи Авдюхинах рассказал Амител. Напомним, по версии следствия, Авдюхина украла у своих клиентов более 120 миллионов рублей и уехала в столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, где и была задержана. Людмила Авдюхина и ее супруг много путешествовали, летали бизнес-классом, останавливались в дорогих отелях, снимали дома, могли тратить на это по 170 тысяч рублей в сутки. Также выяснилось, что семья не скупилась на торжества. Например, банкет в честь дня рождения обходился Авдюхиным в 1 000 000 рублей. Питали слабость Авдюхины и к премиальным брендам, одеваясь в бутиках Москвы и Санкт-Петербурга. К слову, муж Людмилы сейчас проходит по делу в качестве свидетеля, в то время как сама Авдюхина пробудет в СИЗО до 22 марта 2025 года. Правоохранители все чаще пресекают преступления, когда по номеру телефона мошенники попадают на портал госуслуги, получают доступ к данным человека и оформляют на ничего не подозревающего жителя кредиты. Эта преступная схема одна из самых распространенных сегодня. А в целом с начала года в Алтайском крае зарегистрировали почти 2000 случаев мошенничества, совершенных дистанционным способом. Что нужно знать, чтобы не попасться, расскажут мои коллеги. Перевел мошенникам 140 миллионов рублей. Так, для одного из барнаульцев закончился перевод средств на безопасный счет. Такую услугу сегодня предлагают мошенники. Еще одна популярная схема – госуслуги. Например, под предлогом записи к врачу у жертвы узнают код СМС, проникают на сайт и оформляют на человека кредит. И еще проще, когда человек теряет или меняет сим-карту. В кавычках брошенная сим-карта, да, она не отвязывается от учетной записи портала госуслуг, что в последующем приводит его к его перепродаже у нового пользователя этой сим-карты. При ее приобретении возникает возможность восстановления доступа к учетной записи пользователя предыдущего
С начала года правоохранители разобрали около 2000 случаев, связанных с госуслугами. А в целом за первые 9 месяцев в крае зарегистрировали 1821 факт мошенничества, совершенный дистанционным способом, 593 кражи с банковских счетов. По словам экспертов, за полгода в России предотвратили 30 миллионов попыток хищений на общую сумму почти 4,5 триллиона рублей. Для защиты денег жителей перед переводом в банки прогоняют счет получателя по специальной базе от правоохранителей с информацией о счетах и реквизитах мошенников. Если информация о таком мошенническом счете есть в базе, то банк должен эту операцию заблокировать на срок в 2 суток. Все чаще мошенники используют дипфейки в своих схемах или предлагают человеку инвестировать или продлить договор услуг сотовой связи и так заполучают его данные. Из всего массива преступности, если брать город Барнаул, мошенничество, кражи с банковских карт составляют на сегодня 40%. Мы фиксируем снижение такого вида преступлений, как убийства, грабежи, разбои, квартирные кражи. Кражи сотовых телефонов и так далее. Но, к сожалению, сегодня массив мошенничеств и вот этих ИТТ-преступлений, вот этих интернет-технологий так называемых, сегодня снижения мы не наблюдаем. Кстати, 820 жителей вовремя поняли о схеме мошенников и не стали переводить им деньги, сообщили в МВД. По статистике правоохранителей, вернуть свои деньги удается менее чем в 10% случаев. Так что будьте внимательны. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Ответственность в сфере ЖКХ призвал проявить Алтайский край спикер Государственной Думы. Во время правительственного часа, посвященного проблемам в коммунальной сфере, на наш регион в своей речи обратил внимание Вячеслав Володин. Он призвал власти, несмотря на оправдание в виде недостатка финансирования, проявить более ответственный подход в сфере ЖКХ. Спикер отметил, несмотря на рост цен, качество услуг в нашем и подобных регионах остается на стабильно низком уровне. Притом депутат дважды отметил, что обеспечение коммунал населения – это ответственность местных властей, многие из которых предпочли отдать инфраструктуру концессионерам. Также было предложено разобраться, почему в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Тюмени получается наладить работу, а в других регионах – нет. Ни одна котельная края не была отключена на старте отопительного сезона. Такую статистику власти приводят 2-й год подряд. Центральное отопление запустили на территории всего региона, но лишь 27 муниципальных образований края получили к этому дню паспорта готовности. Какие города и районы вызывают наибольшие опасения, выясняли мои коллеги. Новый проблемный по подготовке к зиме город появился на северо-западе края. В Славгороде уже была первая авария на 38-й котельной из-за перепада напряжения. Сейчас там завершают ремонт 2-го котла из 2. Оба зайдут в зиму, но опасения у властей не исчезают. Они у нас в работе в пиковые температуры низкие. Это декабрь и январь. То есть, соответственно, как резерв у этой котельной нет дополнительного котла. Уже который год Славгород не в состоянии самостоятельно подготовиться к зиме. В этом сезоне регион выделил ему 173 миллиона рублей. Часть этой суммы пошла на покупку угля. Эта статья расходов у города самая значимая в общей задолженности края за топливо. Задолженность за уголь у нас выросла на почти на 20% или на 116 миллионов рублей. Основной вклад в рост задолженности внес муниципальный округ город Славгород. Из 116 миллионов роста 113 миллионов рублей приходится именно на данное муниципальное образование. В целом запас угля на котельных Алтайского края 587 тысяч тонн при нормативе в 102 тысячи. Запущенный несколько лет назад механизм формирования в районах резервного запаса топлива работает сам, признают власти. Но без точечного внимания не обойтись. В Яровом продолжают техническое перевооружение ТЭЦ. Скоро там запустят новый 8-й котел. Этот котел будет основным, то есть он будет ТЭЦ. Уже в этом сезоне уже он подхватит работу. Да. Угу. И в планах предприятия котлы агрегата 9 и 10 уже выводить в ремонт и не так, как они ранее делали с июня или с мая, когда завершался отопительный сезон, а это можно будет делать уже в течение зимы. То есть можно будет в феврале, в январе начинать ремонт, капитальный ремонт 9-го котла агрегата. К 15 ноября все районы должны иметь паспорта готовности. Сейчас их получили 27 муниципальных образований. Сел, готовых к зиме, больше. И это еще один аспект проблемы, считает губернатор.
просматривается, что главы муниципальных районов хотят как бы спрятаться за глав сельсоветов и сказать, что, дескать, это не мой вопрос, это вот чей-то вопрос. Такого не будет. Я задачу ставлю, что единый подход должен быть. Практически все районы получают на один район один паспорт. Это нормально. А в СГК оптимистично трактуют рост числа повреждений во время летнего ремонтного сезона в Барнауле и Рубцовске. Это происходило в том числе из-за испытаний с повышенным давлением. Мы надеемся, что вот эти испытания, которые привели к тому, что мы увеличились количество повреждений при испытаниях, приведет к тому, что, в общем-то, в ОЗП количество повреждений должно снизиться. То, что мы наблюдаем в БИСКе, снижение, это объясняется тем, что у нас была высокая база, когда мы забрали по концессии сети. В общем-то, мы вернулись к показателю 2021 года. В этом году в отрасль инвестировали больше 2 миллиардов рублей, что более чем в два раза больше по сравнению с 2018 годом, сообщили в правительстве. А в рамках инфраструктурного меню в сферу ЖКХ привлекли больше 3 миллиардов рублей. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, «День с толком». Бизнесмена из Томска обвинили в том, что он давал взятку в размере 250 тысяч рублей бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. Об этом сообщили следователи Томской области. Речь о Денисе Илюшине, который был подрядчиком при проектировании моста на новом рынке в Барнауле. Томские следователи установили, что директор одной из фирм Томска, которая занимается проектированием искусственных сооружений, дорог и мостов и путепроводов, в феврале 2022 года через посредника дал взятку чиновнику барнаульской мэрии. 250 тысяч рублей Шеломенцев получил за то, что обеспечивал возможность работать по муниципальным контрактам без разного рода негативных последствий. Уголовное дело в отношении Илюшина возбудили по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере». Дениса Илюшина арестовали, он находится в СИЗО. Вину он не признает. Сразу трое руководителей коммерческих организаций предстанут перед судом в Барнауле. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, они присвоили свыше 9 миллионов рублей во время исполнения национального проекта «Спорт. Норма жизни». В 2022-м руководители фирм передали фиктивные документы о завершении строительства ФОКа на улице Сиреневая, 42, в Министерство спорта. Следствие считает, что обвиняемые из-за экономии сделали объект с нарушением условий и требований технологического процесса и качества строительных материалов. Устранить проблемы стало возможным путем полного переустройства щебеночно-песчаного основания под асфальтобетонное покрытие и асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и отмосток, а также переукладки бортовых камней и бетонной отмостки на территории ФОКа. Теперь обвиняемым грозит срок до 10 лет лишения свободы. Настоящая война разгорелась между председателем и инициативной группой одного из барнаульских садоводств. Жалобы в прокуратуру, антимонопольную службу, судебные тяжбы. Дачники недовольны многим, но главные претензии, по их словам, к резкому повышению членских взносов и самоуправству председателя. Все ли так однозначно? Наша съемочная группа выслушала доводы обеих сторон конфликта. Подробнее в репортаже Данила Кузнецова. Ой, я туда сказал! Дурачок, и свет и мой включи. Я включу тебе свет. То есть все, я к участковому. С моей женой иди, сними на камеру. Ну и что дальше? Что еще мне сделать? Дальше что? Что еще мне сделать? Что дальше это делать-то? Что мне еще сделать? Тебе что сделать-то? Вон туда на выход иди. 3000 рублей штрафа выписал за такие слова суд в отношении Виталия Котельчука, председателя СНТ ОП-3 год назад. Просьба к нему от семьи Демьяненко была проста – оставить электроэнергию на зиму. Антимонопольная служба края и прокуратура района согласились с законностью такого требования. Доводы вашего обращения о незаконном отключении электроэнергии на зимний период в СНТ ОП-3 в ходе проверки нашли свое подтверждение. С целью устранения нарушения председателю СНТ ОП-3 вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Они где-то числа 20-19 сентября, я говорю, все, вам не нужно, я не буду переключить. Они ссылаются на то, что они вроде бы как писали, никакого заявления не было, а устно, что угодно можно говорить.
На эту зиму электроэнергию семье Демьяненко все же оставили, поскольку трансформатор не стали пломбировать. Однако на одном из прошлых собраний этот конфликт между конкретной семьей и председателем развернулся еще шире. И оскорбления последовали уже от семьи Демьяненко. Как утверждает последняя, председатель на то спровоцировал. За это Евгений, глава семьи, поплатился штрафом в 3000 рублей. И почему меня оскорбляешь, Украина? На каком ты основании действуешь? А? На основании чего ты меня оскорбляешь? Меня говорили, то есть члены правления подписали, что я его оскорбил на собрании, типа назвал бандеровец и нацист. Хотя это неправда, я на суде это доказал все. Но суд, тем не менее, но они меня там слушать не стали. Сейчас в конфликте с председателем уже более 10 семей. Идут судебные тяжбы. На этот раз повод повышения членских взносов более чем на 20% и переизбрание на новый срок Виталия Котельчука. Инициативная группа считает, что он снова стал председателем незаконно. Голосование было с помощью поднятия рук. Кто-то поднимал руки, кто-то не поднимал. Но этого вопроса не стояло на собрании о перевыборе председателя. Он просто сам сказал, что никто не идет работать, буду я. Кворума не было. Человек от силы было 80 на собрании, не больше. В садоводстве членов порядка 580 человек, гораздо меньше. Присутствовало на собрании 290 человек. Когда у нас кворум не набирается, то есть голосование проходило, кворума нет, тогда переходит уже в заочную часть собрания. Да? Был определен срок, до какого момента, до какого дня и времени необходимо сдать бюллетени. Эти бюллетени были сданы. Ряд садоводов утверждает, что не хотят видеть Виталия Котельчука на посту председателя, потому что в СНТ не решается ни одна проблема. Плохие дороги, к примеру, по их словам, осенью и весной люди засыпают самостоятельно, хотя взносы в товарищество платят все исправно. Также жители беспокоят некоторые старые деревянные опоры ЛЭП. Однако, кроме обещаний по замене, ничего не последовало, утверждают садоводы. Газ подключать председатель тоже не спешит. Газовая служба, естественно, ответила: обратитесь к председателю, что он должен собрать все документы, пакет документов и предоставить им. Но мы прошли, люди, инициативная группа пошла к председателю. Председатель сказал: я ничего делать не буду. Делайте это сами, как хотите, так и делайте. Надо заключить, чтобы дом был, прописка была, понимаете? И каждый индивидуально должен заключать с ними договор. Как долго продолжатся споры между дачниками и председателем, вопрос на данный момент риторический. Юрист председателя считает, что нынешний суд касательно легитимности нового срока Котельчука закончится. Скорее всего, в пользу нынешнего руководителя СНТ. Но люди готовы биться до конца. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком. Рубцовск – первый в Алтайском крае населенный пункт, который с 2025 года будет собирать туристический налог. По решению федерального центра со следующего года туристический сбор придет на смену курортному. Но в отличие от последнего, туристические могут вводить абсолютно любые города, райцентры и села решением своих депутатов. Казалось бы, инициатива хорошая, но насколько полезна она будет муниципалитетам и увидят ли эффект от нее туристы, разбиралась наша съемочная группа. Туристический налог с 2025 года вводят в Рубцовске. Нет, некогда промышленный город не возомнил себя туристической меккой. Под взимание определенного сбора, судя по решению Совета депутатов Рубцовска, попадут все гости города. Возможно, это просто недочет народных избранников, но пока, в отличие от курортного сбора, туристический ведет себя слишком смело. Жители Алтайского края, приезжая в город-курорт Белокуриха, курортный сбор не платят. Потому что они жители Алтайского края. Герои Советского Союза и России курортный сбор не платят. Многодетные семьи курортный сбор не платят. Вот сейчас Рубцовск принял, категории, которые освобождены от уплаты, их нет. То есть платят все. По решению федерального центра в 2025 году курортный сбор трансформируется в туристический. Ввести его может любой город, райцентр или даже село по решению депутатов, что и сделал Рубцовск, хоть это и звучит как анекдот. По мнению Владимира Семенова, туристический потенциал есть в любом населенном пункте. Другой вопрос, насколько он развит или не развит в случае Рубцовска. Еще один ключевой вопрос, на что пойдет налог? Если раньше по федеральному закону о курортном сборе у нас деньги приходили
условно говоря, отмаркированные на особый счет, то теперь деньги будут поступать от туристического сбора просто на счет муниципалитета. Куда буду тратить? Подумаю, водопровод новый починю, у меня водопровод тут рвется, водопровод. Или сельсовет отремонтирую. Ну, сразу возникает вопрос, турист, который за это платит, он вообще может не увидеть место вложения своих вот этих дополнительных средств. В 2025 году в Рубцовске должны взимать 1% от стоимости размещения с увеличением процента на 1 пункт с каждым годом, но максимальная ставка будет 5%. Сейчас в городе промышленного технопарка 18 объектов, облагаемых турналогом. Само слово «туристический сбор», мы его, вот саму идею, да, мы вот вымываем, выхолащиваем вот такими действиями. Закон о турналоге, будучи проектом, обсуждался с регионами, но существенной корректировки не последовало. Тем не менее, взимать дополнительные деньги теперь может любой населенный пункт, вне зависимости от развития туриндустрии. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Вопрос о введении туристического налога в Барнауле депутаты рассмотрят уже 8 ноября. Тогда же, скорее всего, определят и порядок повышения ставки по нему, а также статьи расходов, на которые направят вырученные средства. Их объем будет зависеть от числа проживающих в гостиницах. Предполагается, что большая часть из них – это прежде всего туристы. Но что необходимо краевой столице, чтобы нарастить туристический потенциал города и чтобы поток гостей был непрерывным? Об этом моя коллега расспросила общественного деятеля Владислава Вакаева. Если верить официальным данным, а это, я думаю, так и есть, более 2,5 миллиона туристов каждый год проезжают мимо Барнаула в горный Алтай. Ну, скажем так, это и Республика Алтай, это предгорный район Алтайского края. И Барнаул, находясь всего в нескольких километрах от этой, скажем так, трассы, мог бы, безусловно, этих людей сюда привлекать. Но для того, чтобы они сюда сделали крюк, да, нужно что-то им предложить. И вот это что-то как раз, конечно же, должно быть связано с чем-то таким уникальным. Здесь это, как я уже говорил, повторюсь, это сереброплавильный завод, и вот эта интересная, яркая история горнозаводского дела в Алтайском крае. И это интересно, и наш этот завод, он один из немногих вообще объектов в стране, памятников промышленной архитектуры 18 века. Таких можно на пальцах одной руки пересчитать в нашей стране. Но не только этим ограничивается. Есть, допустим, у нас и потрясающая история, связанная с историей в целом, ну, скажем так, степного Алтая или Алтая как сердце Евразии, потому что именно с этих мест выходили очень многие цивилизации, которые имели мировое значение, и, соответственно, история этих, в основном, кочевых цивилизаций, конечно же, и, кстати, эти цивилизации были прародителями очень многих народов, ныне живущих на просторах нашей планеты, да, и, соответственно, это тоже привлекает, то есть исторический туризм, но вот такой с уходом в прошлое, да, я уже молчу про те объекты там исторические, которые есть в нашем крае, там связанные с каменным веком, то есть вообще с историей зарождения человечества, да, как такового, то есть все это, возможно, могло бы привлечь. И Барнаулу, безусловно, нужно брать на себя функцию столицы не только Алтайского края, но и столицы Большого Алтая. Практика показывает, что обычно курортные сборы, так называемые, да, или туристические сборы, они, как правило, направляются на развитие общественных пространств. Это очевидно, потому что это место, которое привлекательно и для туристов, и для местных жителей, потому что туристический налог играет еще одну важную функцию в курортных местах, да, он должен снимать напряжение с точки зрения местных жителей, которые не всегда довольны туристами, да, на которые понимают, что, ну да, приехал турист, он оставил деньги, в том числе деньги на развитие общественного пространства. Ведь пример Белокурихи очень хорошо себя показал, да, и там каждый год они что-то делают, общественное пространство, за счет этих средств, и все видят, и все это работает, и более того, и для туристов это становится еще более привлекательно. Поэтому, ну, общественное пространство какие? В первую очередь, давайте скажем так, это пешеходная инфраструктура, потому что и турист в основном пешеход, да, и для местных жителей тоже, для того, чтобы можно было пешком как-то пройти и там прогуляться, поэтому вот пешеходные улицы, да, это какие-то
какие-то там скверы, да, это какие-то набережные, это бульвары и так далее, которые насыщаются интересными такими точками притяжения, то это вот работает на 100%, да, всегда. Ну, второй момент, что это может быть? Это навигация, да, то, что позволяет, да, то есть, скажем так, облегчить ориентирование, да, то есть на территории, да, рассказывало бы и легко бы там с учетом современных технологий позволяло человеку получить информацию о тех объектах, которые расположены в нашем городе. Не надо вот воспринимать туризм как однобоко, да, то есть только как одну категорию людей. Вот есть еще одна категория, да, допустим, медицинский туризм. Давайте не будем забывать, что в Барнауле есть огромный потенциал с точки зрения медицинского туризма, да, здесь у нас много прекрасных медицинских учреждений и, соответственно, по доступным ценам, где люди могут получить с других регионов какую-то медицинскую помощь. А, соответственно, приезжая сюда, он здесь проживает, он здесь оплачивает услуги, он здесь проходит какую-то реабилитацию и так далее. И это тоже очень важный ресурс. И ведь у нас образ Алтая как место для оздоровления, место экологически чистого. Да, и поэтому вот в этом направлении прекрасно можно было бы нам работать и двигаться. Теперь об опыте других городов, да. Ну вот, что касается России, да, то есть очень интересный опыт Иркутска. Есть там такой 130-й квартал, где они создали такой исторический, реконструировали квартал, который стал точкой притяжения для туристов, потому что там появились, ну, интересные такие архитектурные объекты, исторические, деревянные архитектуры, да, ничего такого там сверхъестественного не было. Но там появляются гостиницы, какие-то магазины, лавки, какие-то объекты туристические, и, соответственно, это, ну, и тут же появились там развлекательные центры, кафе и так далее. И все это стало точкой притяжения и для местных жителей, которые с удовольствием там отдыхает, и для большого количества туристов, в том числе из Китая, например, огромный поток туристов сейчас там идет в Иркутск, и, все, соответственно, это все живет и работает. Ну, допустим, Казань, очень хороший опыт создания пешеходной улицы, да, то есть есть такая вот там у них улица пешеходная Фрунзе, по которой люди активно двигаются. Параллельно ей возникла еще одна улица кафе и баров, то есть вот просто развили, причем сами предприниматели, и, соответственно, уже одна пешеходная улица не справляется с тем, чтобы весь этот поток туристов переварить. Да? Поэтому у нас в этом плане есть хороший проект улицы Льва Толстого пешеходная. То есть у нас есть Малтобольская, да? Параллельно ей идет улица Льва Толстого. Ну, хороший же проект, интересная улица, историческая, красивая, где можно тоже было бы сделать какой-то аналог вот такой казанской улицы, кафе, баров, там, ресторанов и так далее. К восстановлению католического храма приступили в Барнауле. Он находится в здании бывшей муниципальной аптеки на проспекте Ленина. Костел построили в 1913 году по инициативе Римско-католической церкви. Однако храм просуществовал лишь до 1931-го. Далее объект перестроили под аптеку. Сейчас рядом со зданием идут подготовительные работы. Когда реконструкция завершится, пока неизвестно, католическая община ищет спонсоров. Проект реставрации подготовлен. Помимо перепланировки, он включает в себя усиление фундамента, монтаж верхней части здания, установку высокой башни для колокольни, воссоздание верхних рядов кладки с помощью реставрационного керамического кирпича и новых стрельчатых оконных проемов. Также на эскизах видно облагороженную территорию и декоративные ограждения по оригинальным чертежам архитектора. И на этом все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Я же напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о наболевших проблемах и неожиданных ситуациях, которые хотите обнародовать. Через несколько секунд о погоде и до встречи в эфире.